Санкции ощущаются, потому что это уже наши проблемы. Я не въездной в Америку. По непонятным для меня причинам. Эти санкции уже коснулись меня, например, потому что я потеряла одну очень серьезную работу. Если уже, так сказать, есть какое-то противостояние, надо все-таки в честной борьбе решать все, а не вот так вот. То, что каждый из нас это почувствовал уже на своей шкуре, в этом нет никаких сомнений. Мы без них проживем, мы можем закрыть вообще свою страну от всех и будем здесь прекрасно жить. Если же вводите санкции, то вводите, а не просто там языком чешите. Это поможет, не страдают все, от них страдают как Россия, так и Запад. Мы должны привыкнуть к тому, что на нас всю жизнь совершаются какие-то нападки. Работу отдали супермодели из Нидерландов, соответственно, просто по причине такой причине, что американская косметическая компания решили не подписывать российскую модель. Наше поколение должно принести определенную жертву, если уж санкции начинают работать. Я занимаюсь туризмом, и туризм понес колоссальный урон. Запретили Осипу Кобзону, Валерии въезд на новую волну. Я вообще считаю, что это смешно, если честно. И они будут делать все для того, чтобы нам хорошо не было. У нас Китай и Индия сзади. Нам все равно, ребят, мы большие.